Увеличение потребления теплоснабжения в поселке Володарского привело к необходимости создания нового отопительного комплекса. Прежнюю угольную котельную переоборудовали под центральный тепловой пункт номер 2. Сюда тепло поступает с основной котельной поселения, которое располагается на территории фабрики имени Володарского. Новый тепловой пункт оборудован современной техникой, которая на 100% исключает возможные перебои. Если выходит из строя один насос, включается мгновенно другой. У нас 100%, так называемая, стабильность работы этого центрального теплового пункта. Также новый тепловой пункт полностью исключает и возможность человеческого фактора. Здесь все автоматизировано. Сотрудникам участка лишь необходимо внимательно следить за работой техники. Все остальное за них сделает компьютер. Оборудование новое, удобное в обслуживании, так что на нем приятно даже работать. Еще одно приобретение отопительного комплекса – резервная котельная для обслуживания двух детских садов. Это здание построили в 2017 году. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Пока котельная функционирует за счет дизельного топлива, в будущем ее планируют перевести на газовую систему, чтобы снизить эксплуатационные расходы. Наличие данной котельной – это все-таки стабильность инфраструктуры, то есть это гарантия того, что садики и наши с вами дети, жители сельского поселения Володарского останутся с теплом. В планах руководства Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства перевод новой котельной на постоянное обслуживание двух детских садов и ближайших многоэтажных домов. Мощности оборудования для этого вполне хватает. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.